12 мая в Губинской средней школе прошел митинг памяти в честь участника войны в Афганистане Сергея Дружинина. Члены организации «Боевое братство» вместе со школьниками и педагогами открыли мемориальную доску в память о погибшем воине. 12 мая для самого Сергея Дружинина день знаковый. 12 мая его день рождения. Ему исполнилось бы 57 лет. А также в этот день он был призван в ряды вооруженных сил Советского Союза. Главная задача нашей организации, чтобы сохранить память о наших ребят. Издали мы книгу памяти 5 лет назад, а вот на 30 лет вывода войск из Афганистана наша вот эта задача, которую мы сейчас выполняем, это установка памятных досок. Для того, чтобы ребята помнили подвиги наших ребят, наших военнослужащих, которые отдавали жизнь за сохранение целостности России и защищая интересы Советского Союза. Сергей Дружинин – выпускник 1977 года. На митинге присутствовали его педагоги, кто знал его, когда он был обычным мальчишкой. Веселый, можно сказать, балагур. Если не очень удачно, я имею в виду, учился, но зато был душа в классе. Играл на гитаре. В классе дружил со всеми. И был человек очень справедливый. Младший сержант Дружинин командовал мотострелковым отделением. Посмертно награжден орденом «Красная звезда» за проявленный героизм. Эта мемориальная доска стала шестой, которую в нашем округе установили члены боевого братства. Также Владимир Макаров наградил учащихся и педагогов за участие во всероссийском конкурсе сочинений «Память ценнее времени».